Красоту в своей душе ты, друг, несешь. Сей зерно благое. Не живи в обмане. Что посеешь, друг мой, то пожнешь. Аминь. Вы слушали передачу «Миссии Фридштимме». Если у вас есть вопросы или вы желаете получить Евангелие, вы можете нам написать, мы вам ответим. Наш адрес: Германия, миссия Фридштимме, улица Гимборна-штрассе 20, индекс 51709, город Маринхайде. Повторяю адрес: Германия, миссия Фридштимме, улица Гимборна-штрассе 20, индекс 51709, город Маринхайде. Будем очень рады получить от вас письмо. Благодарим за полученные письма. Нашу передачу вы можете слушать каждую субботу в 15 часов московского времени на частоте 13710 кГц в диапазоне 22 метра в Сибири, Казахстане и на Дальнем Востоке. И в 19 часов московского времени на частоте 9680 кГц в диапазоне 31 метра в европейской части России. Да благословит вас Господь в познании истины и воли Божьей в вашей личной жизни для спасения вашей души. Мы молимся о вас. Благодарим за внимание. Закончим передачу молитвой. Дорогой Господь, вот и подходит к концу время собирания урожая, и мы верим, что и в этом году Ты не оставил народ свой без обильной жатвы. Господь, помоги нам, а также дорогим слушателям, сеять свое семя на доброй почве, там, где оно взойдет и принесет много плода. Боже, помоги дорогим слушателям вполне понимать, что если у нас не будет чистого хождения пред Тобой, то мы не сможем получить добрый плод, а это в первую очередь прощение грехов и вечная жизнь. Помоги, дорогой Иисус, прославить Тебя на этой земле, в этой жизни, так как Ты один этого достоин, наш великий Бог. Аминь. Говорите другим об этой радиопередаче, о благой вести спасения в Иисусе Христе. В следующий раз вы можете нас услышать 12 октября в это же время, на этой же частоте. До следующей встречи в эфире.